говорю же, это Воден! Не глупи, Браун. Во главе дикой охоты стоит Один. Эйвор, кто во главе охоты? Один? А что? Я пыталась объяснить ему, что такое Ускурея, а он хочет устроить шумиху. Не шумиху, шествие! Мы можем одеться, словно боги обеих земель. А тебя, Эймор, поставим во главе. Ускурея не праздник. В это время завеса между мирами тонка, и мертвые мстят тем, кто не почитает их. Верно. Говорят, тогда боги охотятся в Мидгарде. На зверей и на людей. Лучше не привлекать их внимания. Ты не зря опасаешься гнева богов, да? Но от дикой охоты так просто не спрячешься. Дядя, я же говорил тебе не трогать местных. Ты опять добрался до трав? Нечего поучать старших, сопляк. И зови меня братом Максвеллом, как все остальные. Не зовут тебя так. Я видела, как ты повсюду ставил дымящиеся горшки. Теперь везде пахнет травами. Они стоят там, где завеса между мирами тоньше всего, чтобы мы могли заметить незримых воителей вовремя. Прости, Эйвор, он любит заявляться без предупреждения. Я разрешил ему пожить у меня. Гостеприимство – священный долг. Да и пору дикой охоты стоит отметить. И христиане, и мы страшимся ее. И как ты предлагаешь отметить Ускурею, Эйвор? Нужно устроить состязание. Да хоть на стрельбище тиры. Покажем охоте свою силу. Свинда опять устраивает поединки. В прошлый раз они прошли славно. Чудно. Только скажи ей, что мы не празднуем, а готовимся к охоте. А что я-то? Ты ведь заведуешь приготовлениями. Я? Но я не... И не забудь помянуть мертвых вместе с Гудмундом. Ты же видишь корабль посреди нашего селения? Разумеется, вижу. Славно. Да направит тебя Один. Шествия не будет? Браун, для тебя есть задача поважнее. Ты будешь судить, чьи деяния достойны богов, и хранить жетоны. Второго такого судьи ты не найдешь, Эйвор! Сходи к Норвиду за жетонами. Скажи, что от меня, я зайду к тебе позже. С моими травами можно увидеть незримое. Но тебе, вождь, нужно пройти сквозь завесу и раскрыть тайны того мира. Я не собирался становиться... лучше бы Браун провел шествие.
Осмотрись вокруг. Норвит, приятно видеть тебя вновь. Вот как? Тогда зачем было посылать Брауна за жетонами? Прости, мне стоило спросить тебя. Браун опечалился, когда шествие отменили, так что... Не переживай, Эйвор, я же не всерьез. Хочешь посмотреть на осенние товары? Покажи товары. Мне пора. Удачи. Всегда рад встрече. Тира, нам нужно испытать наши навыки стрельбы. Здесь можно проверить, знаешь ли ты, когда стрелять, а когда не стоит. Бывает так, что не стоит? Представь, что мы с тобой на охоте. Ты наступаешь на ветку, и я тут же стреляю. Без раздумий. Понимаю. Если лучник попадет в нужную мишень, то получит очки. А если ошибется, лишится их. Ничего сложного. Это только так кажется. Время ограничено. Ну как, хочешь попробовать? Дай-ка мне лук. Сначала соберись, потом целься. Зайти. Теперь ты лучший стрелок.
Хочешь немного пострелять? Дай-ка мне лук. По сигналу. Начинай! Такое и мне не превзойти. Теперь ты лучший стрелок. Давно не виделись. Наши люди тревожатся из-за дикой охоты. Я хочу придать им храбрости, устроив состязание. Я как раз кое-что подготовила. В бою ведь все как в тумане. Вот все и будут сражаться в тумане. Ты про дым? Те жаровни принес монах, да? Да. Он говорил что-то непонятное про завесу. Но благодаря им бой становится куда интереснее. В каком смысле? Попробуй, тут же поймешь. Судя по всему, дым действует на людей по-разному. Что скажешь, хочешь сразиться? Почему бы и нет?
Вот и все. Молодец. Но в следующий раз будет сложнее. Возвращайся, если захочешь еще. Здравствуй, Швинда. С возвращением, Эйвор. Хочешь сразиться? Сразимся. Решай, с чем пойдешь в бой. Я готов. Придется взять меньше провизии. Имей в виду. Thank you.
Вот и все. Молодец. Но в следующий раз будет сложнее. Возвращайся, если захочешь еще. Здравствуй, Швинда. С возвращением, Эйвор. Хочешь сразиться? Сразимся. Решай, с чем пойдешь. Попробуй меня удивить. Ты станешь сильнее, но ранить тебя будет проще.
Спасибо за вещи. Славное снаряжение для славного воина. Вот награда. Здравствуй, Свинда. С возвращением, Эйвор. Хочешь сразиться? Сразимся. Решай, с чем пойдет. Возьму то, что знакомо. Молодец! Thank you.
Привет, Норвит. Эйвор, чем могу быть полезен? Покажи товары. Мне уже пора. До встречи. Всегда рад встрече. Здравствуй, Аки. Не знал, что ты любишь лошадей. Они намного приятнее ослов. Не время обмениваться колкостями. Что ты подготовил? Испытание, Эйвор. Для лучших наездников. Тут нужно преодолевать преграды и избивать цели. На время. Не вижу в этом ничего сложного. Для победы придется править умело, споро и без колебаний. Думаешь, ты справишься? Только на скакуна взберусь. Yeah!
Что молчишь, Аки? Позабыл все свои остроты? Я поражен твоим мастерством. Забирай всю награду. Доброго тебе дня, Ален. И тебе, Эйвор. Говорят, ты заправляешь осенним праздником. Поскорей бы наступило... Как ее там? Ускурею. Я ничем не заправляю, просто говорю с людьми. Не скромничай. Уверен, это куда важнее, чем тебе кажется. Кстати, лучше последить за дядей Брауна. Он повсюду ставит дымящиеся горшки. Знаю. Человек он странный, может, немного не в себе, но не кажется мне злым. Да, он вряд ли что-то замышляет. Но, по словам Брауна, как-то раз спалил церковь. Совершенно случайно. О. И совсем недавно я видел, как он шел в сторону опушки леса с охапкой хвороста в руках. Он ведь сожжет там все. Не знаешь, где его искать? Иди на дым. Что ты видишь? Дым пахучий и не слишком густой. Смотреть не мешает, но туманит хук. Сознание помутилось, смотри пристальнее, истинный взор укажет путь. Я ведь ничего не сказал вслух. Мне ведомо, каково стоять на пороге между мирами. Кажется, этот дым замутил твой разум. Думаешь, ты здесь лишь по воле случая? Нет, нити наших судеб придут Норны. Тогда открой свой разум другим мирам. Завеса, что скрывает их от нас, распахнулась. Что ты хочешь показать мне? Важны не мои желания, а твои. Чего ты хочешь? Я хочу защитить своих людей от охоты. За завесой ты встретишься со своим худшим кошмаром и заклятым врагом. Худшим кошмаром?
Одним дурманом от твоих трав меня не напугать. Через завесу. Здесь неуютно, но не слишком страшно. Что за враги ждут меня тут? Духи мертвецов? Может, по... Прежде чем я продолжу исследовать этот мир, мне нужно вернуться в свой. Я вновь пройду через завесу. Мощи. Может, тот монах и не был безумен. Отойди, дух! Мне нужна та руна! Я не хочу заставлять тебя страдать! Я будто смотрю в зеркало. Дух меня не пощадит. Только один я его руку. Порой мы сами себе враги. Но я не чувствую радости от победы. Утомительная была битва. Сил не осталось. Видно, я начертал руну во сне.
Ничего удивительного. Она не сияет, как в том мире, но все равно вызывает чувство покоя.